Тема довольно-таки интересная, обширная, и она затрагивает все сегменты потребительского рынка, как B2B, B2C сектора и B2G. Поэтому интересно прозвучали доклады в этой секции, затрагивающие вопросы, как и госзакупок, выступили российские партнеры. Мы обсуждали возможное участие по расширению взаимного товарооборота на платформах, как Беларуси и России. Поэтому итог такой, что это будет все способствовать более тесному сотрудничеству между операторами Беларуси и России в сфере электронной торговли. И это будет, конечно, способствовать наращиванию экспортного потенциала Республики Беларусь и всех стран ЕС. Мы в итоге очень усердно дискутировали по отдельным вопросам, в частности, по каталогизации, по сервисам третьей доверенной стороны, по трансграничному взаимодействию между электронными системами. Поэтому это перспектива, это будущее, цифровизация процессов торговли, она имеет очень удачные перспективы, в том числе на пространстве ЕС. Результаты, они есть, и мы их отразим в итоговом документе, потому что мы перенимаем опыт друг у друга, и в частности вопросы по трансграничности, по использованию электронной подписи, они сейчас самые актуальные. И по итогам нашей сессии мы будем выходить с какими-то предложениями ускорить процесс, в первую очередь, принятия законодательной базы в сфере электронной коммерции, потому что, как показали доклады и дискуссия, что есть проблематика, что у нас материально-техническая база опережает юридическую базу. Поэтому как на уровне национальных законодательств, так и на уровне международных эта проблематика существует, которая, мы надеемся, будет решена в ближайшее время, которая даст новый импульс и толчок для развития электронной торговли, в частности, на пространстве ЕС и за ее пределами.